такой эпидпорог, как я говорила, имеет сезонный характер. То есть у нас сейчас организовались коллективы детские, то есть все пошли в сады, в школы, происходит обмен вот этими вирусами. И поэтому сейчас наблюдается такая ситуация. В любом случае для нас показательно, что у нас не регистрируется грипп по мониторингу, то есть лабораторно подтвержденный.